Остановите на запись. Всем группам проверка связи. Рейзер 32 слышит вас четко и громко, Юниформ. Это 31-й, слышу вас хорошо, прием. У нас дополнительная задача. 31-й должен занять позицию комплекса, где предположительно удерживают нашего человека и ждать поддержки Андерсона. Поясняю. Если не сможете найти этого человека, спасательная операция отменяется. У нас совершенно нет времени играть в прятки и искать призраков. Андерсон, наш офицер по связи лейтенант Венс поможет тебе с выбором маршрута. Поскольку радар выведен из строя, мы теперь можем запустить беспилотник. Давно тебя не слышала, Андерсон. Привет, Венс. Как там Гордон? Ушел недавно в ЧВК. На связь почти не выходит. Мы все надеемся, что он наконец к нам вернется. Мне он нравился. Говорил мало и был чертовски хорош в своем деле. Ну да, только что сбагрил ему партию часов. Роликс, конечно же, я вас свяжу. Даешь мне половину и дело в шляпе. Я серьезно. Смотри вокруг! Ты на чертовом вонючем острове! И тут некому сбывать вещи! Хочешь сбыть свои драгоценности? Работай через меня! А я беру половину! Смотри в оба! Есть, сэр! Есть, сэр! Рейзер 32 на месте. Вижу вас, 31-й. Поддержка готова. Ожидаем вашего сигнала. Найди нашего парня, Андерсона. Осмотри район, 32-й. Тут есть несколько зданий, в которых может находиться цель. Выполняю. Там есть здание, которое похоже на ресторан. Ну, мне так показалось. Поблизости четверо. Незаметно, чтобы они наблюдали за чем-то конкретным. Заложника бы охраняли получше. Они профессионалы, смотри повсюду.
Вижу яхту, стоящую у причала. Все спокойно, наверное, уже разгрузились. Я вижу там 9 противников. Мы о них позаботимся. Продолжай осмотр. Один Ми-17 на вертолетной площадке. Поблизости от него 4 цели. Нужное лицо не обнаружено. Прием. Вот дерьмо. Есть. Подтверждаю присутствие нужного лица. Большой номер со стенами из стекла. Северо-западная часть комплекса. Рейзер, ты можешь определить его состояние? Так точно. Он жив, но его сейчас обрабатывают. Рекомендую немедленно его вытащить. Всем группам начать штурм с освобождением заложника. Действуйте быстро и незаметно. Без недочетов. Все понял, Юниформ. Всем проверить оружие и приготовиться. Сейчас мы сорвем им вечеринку. Я обнаружил несколько сложных мест на пути к цели. Когда будете поблизости, постараюсь вас провести. Принято. Мы приземлились. Приближаемся к первой горловине. Келлер, если разделимся на две команды, то сможем передвигаться более скрытно и охватить большую территорию. Идет. Николс, пойдешь с Диасом. Гомес со мной. Мы подойдем к зданию с двух разных сторон. Контакт. Дозорный вышел из лодочного сарая. Николас со мной. Андерсон, без нужды не стреляй. Попробуем все сделать по-тихому. Путь свободен, продвигаемся. Мы у длинной лестницы. Снайпер на вершине здания ее прекрасно просматривает. Сними его. Принят. Прямое попадание. А теперь вверх, нужно спешить. Иду дальше. Ладно, привал. Вижу две цели, правда та, что натирает. Да, конечно, давай отсчет. Снимем их одновременно. Итак, 3, 2, 1. Отлично, все получилось. Рейзер 32, мы застряли. Два снайпера в самой западной точке острова, на уровне крыш. У них под носом не пройти, запрашиваю поддержку. Я понял. Цель номер один уничтожена. Теперь займись другим. Обе цели уничтожены. Понял, иду. Там сейчас полная задница. Две группы противников на уровне земли и повыше. 5 человек. Тех, что выше, нужно уничтожить в первую очередь. Ждем, пока все зачистишь. Убийство подтверждаю. Теперь нейтрализуй второго. Все шито-крыто. Понял тебя. Теперь тоже нужно сделать с остальными. Твоя цель на корме лодки, жду тебя. Район чист. Понял, иду дальше. Говорит Диас, мы у вертолетной площадки. Андерсон, 3 цели ждут тебя. У нас неудобная позиция, так что определяйся сам. Попробуй снять их одним выстрелом или жди, когда повернутся друг к другу спиной. Понял. Неплохо.
внимания, пилот вертолета полез куда не надо. Есть. Хорошо, южный проход чист. Последняя горловина. Нам не помешает помощь. Нужно снять парня в самом здании. Убийство подтверждаю. Видишь солдат, который разговаривает? Убери любого. Выполняю. Неплохо. Цель слева. Готовимся к штурму. Диэс, как дела у вас? Нормально. Нам, пожалуй, лучше будет разделиться. Если мы не уменьшим их силы до штурма, потом нас могут просто раздавить. У меня есть идея. У вертолетной площадки я заметил большую цистерну. У тебя ведь найдется пара клеймеров? Я понял твою мысль. Мы заминируем лестницу. Ты немного пошумишь, Келлер. План вроде нормальный. Как только мины сработают, отправимся на место. Хорошо, Коул, ты дирижируешь. Концерт начинается по твоей отмашке. Неплохо. Все, пошли. Погоди немного. Одним матом мы в игре. Давай, давай, давай! Врываемся и зачищаем. За мной! Дальше! Бомбы под огнем! Стреляй по ним! Эндерсон, огонь! Огонь! Огонь не прекращать! Вперед! Цель наверху! Снимите его! Хорошая работа. Идем. Первый этаж чист. Дальше. Хоббис, прикрытие! Цель справа. Чисто. Второй этаж чист. Заложник не найден. Давай, давай, давай! Вижу цель. Андерсон, у нас проблема. Заложника держат на мушке. Мы постараемся открыть для тебя боевика. Будь готов. Хорошо, принято. Ты окружен. Бросай оружие. Я обещаю, мы тебя не тронем, если ты это сделаешь. Положи руки на голову. Да пошел ты, мудила! Думаешь, я тупой? Вы бросаете все трое. Подойдите ближе, ему конец. Стой! Больше ни шагу. Медленно положи винтовку на... Заложник спасен. Он в неважном состоянии. Юниформ, требуется эвакуация раненого. Принято. Вертолет готовится к взлету. Можете навести его по инфракрасному сигналу. Так точно. Все группы молодцы. Келлер, ты со своими людьми охраняешь район и ждешь птичку. Мы также отправляем вам снаряжение и еще два отряда. Андерсон, пойдешь первым и расчистишь путь к отелю. 31-й по рации организует встречу. Выполняю. Отлично справился, Андерсон. Взаимно. Позже еще поговорим. Лейтенант, как там рельеф? Опять пещеры и утесы. А затем территория базы отдыха. Она хорошо охраняется. О радиопереговорах во время штурма мне ничего не известно. Беспилотник уже над господствующей высотой.
появился у нас на экране, Рейзер. Судя по тепловому излучению, за водопадом для тебя есть тропинка. Эй, ты! Тебя ждут в лагере. Я рад, что не попал туда, а все остальное меня не касается. Я советую тебе пораскинуть мозгами. Босс потерял часть своих активов. Нет заложников, нет выкупа. А значит, шансы на то, что нам с тобой не заплатят, еще выше. Думаешь, настолько все плохо? Ага. А если к тому времени эта сделка с вип-персоной прогорит, то мы будем по уши в дерьме. Я не знаю. Не хотел бы я в этот момент находиться здесь. Свалить собрался? Пока еще не думаю об этом. Я знаю одного парня с лодкой. Он может отвезти меня в Манилу. Оттуда я могу податься куда угодно. А еще одно местечко у тебя найдется? Может быть. Заплатишь половину и все решено. Но тебе лучше долго не раздумывать. Может, захватим с собой снарягу? У нас нет времени. К утру лавочку прикроем. Филиппинские власти обязательно кого-нибудь пришлют. Вопрос только, как скоро. Филиппинские спецназовцы? Не знаю. Чего в них такого страшного? Да неважно, чувак, не в этом суть. А в чем? Слушай, я не собираюсь ввязываться в драчку, если не буду точно знать, что после этой драчки получу свои денежки сполна. Точка.
Форм, я нахожусь на балконе виллы. Запрашиваю визуальную разведку зданий к северу. Понял. Данные такие. Патрульный у центрального здания. Судя по траектории его движения, тебе лучше дождаться, пока он повернет за угол. Нейтрализуй противника у автобуса. Можешь убрать врага возле пулемета. Одиночная цель у разбитой машины. Смотрю, у тебя альтернативный план. Продолжай. Всем участникам. Заложник спасен. Занимаем исходное положение для штурма в километре от отеля. Есть новые данные? Никаких. По данным разведки, главарь наемников в зоне отдыха отеля. Там же и контейнер, который очень хорошо охраняют. Данных о присутствии Калала нет. Андерсон, ты как? Жив и здоров. Двигаюсь ускоренным маршем к площадке. 32-й. Примерно в 200 метрах к северу от тебя находится усиленный пост врага. Рекомендую обойти его слева. Понял. Красота. Больше препятствий не обнаружено. Можешь выдвигаться на площадку. А вот в здании все совсем наоборот. Ясное дело. Проверю, как только буду на месте.
соблюдать скрытность обязательно. Прямо на главный вход направлен пулемет. Юниформ, сообщите положение противника. Прием. Обновляем твою карту. Сейчас. Снимешь часового, и шансы еще больше возрастут. Крыша на один час. Лучше это сделать, когда он у правого края. Тебя он не заметит. И вдруг забыл, что если весь день ходить с мокрыми ногами, заработаешь тропическую язву. Ты что, издеваешься? Из-за этого он в лазарете? Ну да, хреновее случая я не видел. Вонь от его гниющих ног стоит аж на другом конце лагеря. Бедняга. Да, из-за таких, как он, у всех постоянно какие-то неприятности. Всегда в отряде оказывается какой-нибудь дилетант или кто-то на грани срыва. А потом вдруг раз – бой. Сидишь под градом пуль в дерьмовой траншее, а рядом парень, от которого толку ноль. Плевать от этого хочется. Простая тропическая язва. Вот, в этом и проблема. Помяни мои слова, в этот раз будет полная задница. Так всегда начинается, с пустяков. Исчез из видимости! Кто-нибудь засек его? У нас жертвы! Замечена цель! Говорит 32-й, я добрался до цели невредимым. 31-й тоже на месте, рядом с бухтой главного комплекса. Что показывает наблюдение с воздуха?
Покупателя все не видать. Думаешь, наш радикал-островитянин струсил? Вряд ли. Возможно, трудности в пути. Этот человек много сил положил, чтобы подняться в рядах Абу Саяф. Он появится. Нужно только подождать. Всем рейзерам. Видим машину. Приближается к отелю с западной стороны. Гражданский седан. Будет через 20 минут. Вот оно. Всем приготовиться. Андерсон, мы на скале, расположены примерно в 100 метрах от судна. Видишь нас? Так точно, вижу вас. Перекличка. Два противника на причале, еще двое у прожекторов на яхте. Да, вижу. Когда погаснет свет, убей одного из тех, что на причале. Там клумба. Тел не будет видно, а звук выстрела заглушит сильный ветер. Принято. Готов. Снимем их одновременно. Ты берешь того, что слева. Как два пальца. Пока все хорошо. Сначала люди на яхте, потом прожектора. Понял, я разберусь. Спрыгнул с палубы. Не дай ему добраться туда, где лежат тела. Бей его, пока он не замолвит. Убийство подтверждаю. Чисто. Ладно, приближаюсь к лодке. За берегом наблюдает патруль. Того, что находится выше, надо снять первым. Теперь займись другим. На причале влюбленная парочка. Стреляя в лысого, я возьму на себя его дружка. Район чист. Боевая машина приближается с юго-запада. Коул, погаси огни на причале, чтобы скрыть тела. Неплохо. Теперь отличная работа. Попробуем переждать. Так, они развертываются. Еще совсем немного. Хорошо. Погоди немного. Один надежно укрылся. Убийство подтверждаю. Следующий — тот хреноплет у машины. Неплохо. Последний на пляже. Готово. Суша, у нас все нормально. Принято. Отряд уже заходит. Юниформ, что там на вилле? Это место просто кишит врагами. Лобовую атаку не рекомендую. Мы обнаружили у деревянных колонн что-то похожее на центральный блок переключателей. Андерсон, у тебя прибор ночного видения. Если врубишь эту штуку, 31-й получит большое преимущество. Да, мне нравится. Что скажешь, поддержка? Начнете, Рейзер 32. Может, тебе лучше использовать ночную оптику? Твою мать! Огонь не прекращать! Вперед! Давай, давай, давай! Путь чист. Хорошая работа. Идем. Униформа до Рейзера 33. Мы приближаемся к цели, как слышите. Вас понял. Действуем согласно плану.
Главный русский появился в поле зрения. Приоритетная цель. Погоди-ка, я не ошибся? Это Меринов. Какого... Что здесь делает Меринов? Наш старый друг, кажется, очень прилично поднялся. Ты знал об этом? Скорее, предчувствовал. Недавно до меня дошли слухи, что Меринов снова всплыл и теперь заправляет незаконной торговлей оружием. Когда мне сказали, что никому неизвестный русский жулик ищет покупателя на краденый вирус, я не стал долго гадать, кто он. Я его убью, Диас. Господи, помоги. Ты хотел сказать, мы его убьем, капитан. Как думаешь, почему я просил поручить это задание именно тебе? Что-то здесь не так. Они знают, что мы здесь. Всем отрядом поджигаемся! Готов! Гомес, справа! Я цел. Вражеский снайпер! Откуда он стреляет? Гейлер, я его не вижу. Укрытие. Юниформ, возникли осложнения. Диас и Николс были захвачены противником. Повторяю, наши люди в опасности. Я целюсь в водителя. Андерсон, отставить. Контейнер с чертовым патогеном опять ускользнет от нас. В мою смену такой прокол не случится, слово даю. А что бы то ни стало, перехватите Меринова. Наших людей, видимо, везут в том же направлении, так что если хотите увидеть их живыми, пошевеливайтесь. Слышите меня? Понял вас, сэр. Thank you.